Всем привет, ребят. Ну что, давно я уже не записывал вторую сторону доната на этом сервере. Вчера мы офигенно потрешивали. Конечно, это было долго, 5-часовой стримчик у нас получился. Хотели мы прокачать Огнекрыла, мы его прокачали на 20-ку. Конечно, он получился мега крутой. Сегодня у нас будет немножко обзор акций, которые есть. Может, немножко покачаем сейчас, я думаю, Ледяного Феникса. Думал Фрейку делать, но, честно говоря, Фрейка и так, в принципе, выживает. А вот Ледяной Феникс сливается. У нас атака фортов на эти выходные, поэтому решил все-таки его, наверное, докачать до атаки. И, в принципе, он мне во многих локациях нужен, поэтому думаю, его прокачаем. Так, забираем плюшечки. Что тут у нас сегодня такого интересного? Ну вот эмблемки надо будет на Архидемоне потестить. Немножко камешков получили. Опять же, пятые сундуки, с которыми у нас куча геморроя, особенно на моем аккаунте, потому что, блин, надо очень много книг сливать. Рунки, 5 бугеменов, как видите, 50 карт третьих. Думаю, скоро мы их откроем. Так. Вот такой вот у нас рынок. Вчера была мега крутая акция. Видосик на нее я уже вчера запилил. Можете посмотреть. Дает очень много имбовых плюшек. Ну, здесь всегда дают топовые акции. Но сегодня тут такие... Ну, вот это единственное по двадцатке нормальный пак. Это все не очень. Ну, опять книги у меня в перелимите. Как всегда. Так, поехали, посмотрим. Ну, тут Bingo Blast, кстати, мне чем он нравится. Здесь дают карты на Архидемона. Можно потестить разные составы. Мы уже потестировали вчера. Вот, смотрите, видите, только сказал про карты, сразу же карта упала. Вчера мы потестировали новые Атлантики на стриме. Запишу вам отдельный видосик. И также я записал сегодня утром видос по Архидемону. Действительно, новые Атлантики уже намного круче, чем замедление, которое у нас было раньше. Вот как-то так получается. Так, думаю, что такое не могу забрать. Так, 100. Тоже интересная довольно-таки акция, но на каждом сервере по-разному. Но вот тут мне чисто из-за карты нравится, на то, что можно карты на Архидемона накопить, которых, к сожалению, на многих серваках реально не хватает, чтобы потестить разные составы, поэтому я тестирую Архидемонов сразу же на нескольких серваках. Так, вот еще одна карта на Архи, отлично. Так, хорошо. Неплохо, кстати, падают. Так, раз, два. Вот смотрите, сколько здесь плюшек дают. На русском вы столько не увидите. На китайке тоже дают немало, но тут, конечно, дают больше всего. Хотя на китайке донат даже подороже будет. Так, отлично. По 20 карт, офигеть. Зимний фон. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Так, я все забрал. Нет, один сундучок не забрали. Так, собрать. Ну, дайте карту еще. 20 карт все равно тоже круто. Так, окей. Как обычно, книги у нас в перелимит ушли. Смотрим, что здесь сегодня есть. Так, Winterfest, это все дополнительное. Вот Dragon Orbs. Тоже довольно-таки интересная акция. Но все как обычно, я до сих пор не переустановил. Смотрите, что делается.
Просто эпик. Эпические акции у нас получаются. Ну, Dragon Orbs вряд ли мы затащим. Все как обычно. Так, мистические гифты. Ну, поехали, может, тут откроется. Если нет, все-таки придется переустанавливать его потом. Щитами поехали, ребят. Ни хрена не вижу. О, вроде нормально. Сейчас посмотрим. Попытки идут. Интересно, интересно. Я, кстати, отсюда прошлый раз достал огника. Что меня действительно удивило. Я представляю, что иностранцы будут думать, что реально с какими-то багами играем. Вчера так и думали. Мы в покер-матчере там, конечно, нормально потрошевали. Так. Может, тут будет это нормальное. Нифига не видно. Ладно, давайте попробуем перезапустимся. Может, это поможет. Вроде нормальная версия. Что-то непонятно. Если не будет, то уже так и быть, я уже потом дособираю. Сейчас пойдем посмотрим. А, вот, не, нормально все. А то что? Прям песня. Посмотрим, что он тут надает. Тут в чем плюс, на этом сервере реально падает, вот смотрите, сколько попыток мы потратили, у нас все разные шарики упали, и здесь не надо очень много попыток для того, чтобы собрать определенную награду, вот что радует, вот смотрите, вообще просто супер, нам осталось только четверочку достать, просто вот красавчики, и что мы можем достать, вот смотрите, можно взять все награды. Ну а нет, не можем еще пока фрейку словить. Да, кстати, и рвение. Странно. Ну и огник по 3,70. Ну, вчера его и так продавали здесь. Дешево. Так, пакт. А, ну, без, ну, мне это все не надо, я буду собирать. Так, отлично. Буду собирать раскол. Вдруг ведут скоро девятки. Так, еще нам две надо. Ну, вообще супер. Налегке сейчас, думаю, соберем. Не знаю, скорее всего, ледяного мы где-то прокачаем. Где-то так. Их его даже знает. Если 1600, где-то уровни 5-6, должны качнуть от десятки. Вот смотрите, опять собрал. Exchange есть, отлично. Поехали дальше. Помимо этого дают еще вам дополнительно, видите, руны эволюции и всякую дополнительную фигню. Сейчас посмотрим. Книги у нас сейчас походу пропадут.
Так, две попытки у нас осталось. И чё? Смотрите, как. Мы ничего не вытащим уже, к сожалению. Так. Lucky Flip and Smash and Win. Ну, поехали посмотрим, что здесь у нас будет. Ну, как видите, оно все лагает. Хранитель. Prime Hero Card. Рикси. Дрейк. Дрейк. И малышник. Ну, такое себе падает отсюда, честно говоря. Хотелось бы получше. Поехали сюда. О, отлично. Как обычно, лаги. 40 попыток. Но тут мы, думаю, сейчас быстренько справимся. Кенди. Варлок, психощит, орк. Так, психощит, самый призрачный. Так, питомец. Ну, вот это мне нравится, то, что опять призрачный, можно быстренько. Укротитель. Тыковка, Лео, Дрейк, Одер, Варлок, Тыква и Варлок. Неплохо. А тут что у нас? А, ну, Prime Hero Card. Ну, здесь карты раздают полным ходом. Супер. Так. Смотрите, у меня уже 60 наград, и мне сейчас по-любому это перелимит. Посмотрим. При перезаходе мне дополнительно должны вернуть еще разок. Так, Крот, Химка. Не Химка, Гарпия. Да, надо все-таки Нокс переустановить. Интересно будет посмотреть, что будет на атаке фортов. Гаргул, череп. Молтаника. Лео и нифига. Ну вот смотрите, 60 как было, и сейчас я все награды заберу. Ну хотя бы то, что надо, позабирал. Остались книги, делаем перезаходик. И минус 1000, там сколько, 1200 книг просто так. Вчера минус 6000, сегодня минус 1200. Уже 1015 у нас просто улетело в никуда. Вот смотрите, еще плюс 28 наград. Неплохо. Так, и книг нет. Отлично, с этим мы справились. Поехали, самое интересное, это качать будем. Сегодня Лазуликса. Так, а какого качать? Наверное, все-таки буду качать с пактом. Я буду его, скорее всего, перекачивать. Поэтому будем качать именно его. Талантик. Там ремка уже вкачанная. Здесь пакт, в принципе, не особо мне нравится, честно скажу. Поэтому поехали. Где-то плюс, я не знаю, сколько силы. 1600 у нас было. Сейчас посмотрим. Но мне красных кристаллов конкретно может не хватить. Но думаю, где-то до 15-го, возможно, хватит. Хотя там дальше надо побольше. Ну, думаю, за сегодня, за завтра и послезавтра подкачаем. Статки, конечно, на максималке просто обалденные.
Такс. Плюс 150. Отлично. Мне до 15-го вряд ли нас хватит. Думаю, где-то 12-й это потолок. Даже, возможно, не думаю, до 12-го докачаем. Конечно, если нам повезет, и мы еще не с книг вытащим, не, точнее, с пятых сундуков не книги вытащим, то тогда будет вообще люкс. Да, как раз где-то до 12-го и докачаем. Ну, уже посмотрите, прибавка какая. Даже на десятке уже просто люкс. Да. Даже 12-й, наверное, не сможем апнуть, потому что нам не хватает красных камешков. Надо все-таки будет ходить на адский саммит. Да, и как видите, надо дофига 65 камней. Офигеть. Их неоткуда получить. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, пооткрываем плюшки. И мы получили. Так, что у нас есть? Конечно, фигня, две сумочки. Мне нужны скины. Так, это подарочки нам еще нужны. Ну, поехали, попробуем. Так, один камешек. Так, ну нам нужны. Желтые, это, конечно, круто. Так, одни красные есть. Желтые. Блин, почему? Вот книги. Сейчас, если одни книги еще упадут, то все. Придется опять мучиться кого-то сливать и перекачивать, как всегда. Кстати, отсюда падают очень, как видите, классно красные. Смотрите, три штуки. Офигеть. Вот сейчас книги упадут. Ну, где книги? Давайте уже. Троллят. Ну, вот они. Вот и все. И на этом, как видите, закончилась вся лафа. Не надо ждать красных кристаллов, чтобы дальше посливать книги. Так, 50 их, этих 334. Ну, я думаю, завтра их добавят. В общем, вот так вот, ребят, такая вот печалька. Так, что у нас по картам? 550. Отсюда у нас карты не падают. Вот чисто из-за того, что книги я не могу не пооткрывать, ни эти, ни эти. Там книги, там кулаки, тут видите, книги тоже. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.